До конца года в области будет ревакцинировано 15 тысяч человек. Уточнен список лиц, которым необходима повторная вакцинация. И с этой недели начнется активная работа в этом направлении. Об этом сообщил руководитель областного управления здравоохранения на брифинге региональной службы коммуникации. За последнюю неделю в области зарегистрировано 76 случаев заражения коронавирусом. Это означает, что по сравнению с прошлой неделей количество больных снизилось в 1,7 раза. Однако нельзя расслабляться. Появился новый штамм. Поэтому представители местной власти еще раз напомнили жителям, что необходимо строго соблюдать санитарные требования. При снижении иммунитета в организме ослабевает и защитные свойства введенной вакцины. И чтобы уберечь себя, необходима ревакцинация. Казвак есть в 20 регионах страны. Проведение ревакцинации одобрено на заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Вакцинация – это единственный способ побороть пандемию COVID. На сегодняшний день ревакцинированы 224 человека. К концу года мы планируем охватить ревакцинацию около 15 тысяч человек. Мы уже подготовили списки. Будем приглашать тех, кто получил полностью оба компонента. По утвержденному министерством документу ревакцинацию проводим вакциной «Казвак». Кроме того, на брифинге отметили, что в субботу и воскресенье вход в общественные объекты осуществляется по приложению Ашык и разрешен только для обладателей зеленого статуса. Астанай Бахыт, Артур Ботпанов, Жанар Сагынышкызы, телеканал Атырау.